Улыбочку и... снято. Спасибо. Большое спасибо. Приходите еще. Будем вас ждать. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Для вас и вашей талантливой хозяйки ресторана, шеф-ферат, я найду особое место в своей колонке. Я уже придумал заголовок. Лакомая французская подруга в Стамбуле. Спасибо большое. Поздравляю. До свидания. Лакомая подруга. За работу. Посетители ждут. Конечно. Тайлан, послушай, ты все неправильно понял. Тайлан! Ну посмотри же ты на меня, Тайлан! Не хочу сейчас говорить нас. Я очень сердит, боюсь сказать что-нибудь со зла. Тайлан, я понимаю, но послушай меня. Дай объяснить, все совсем не так, как тебе показалось. Скажу лишь одно. Ты нас губишь. Губишь. Папа, я... Дома поговорим. Да, папа. Не надо, я сама. Как скажете. Принесите мне сумочку, пожалуйста. Ты в порядке? Хорошо. Прости, я тебя в сложную ситуацию поставил. Ты здесь ни при чем. Они просто все неправильно поняли. Тебе не за что извиняться. Ситуация неприятная. Я оказался причиной этого. Разреши мне с ними поговорить. Не стоит, я разберусь. Вот, держите. Спасибо. До свидания. До свидания. Какое же у Тайлана было лицо. Лучший день в моей жизни. Я так счастлива. Готова выбежать на улицу и танцевать от радости. Потише, они могут услышать. Пусть слышат, мне какая разница. Мы получили отличный отзыв от Арды Тюркмена. И мы разозлили Тайлана. Что еще можно желать? Снова сжечь Рим? Давай сожжем. А почему бы и нет? Я и сам сожгу. Да, все было класс. Но, надеюсь, нас не сдастся. Она выглядела расстроенной. Это правда. Очень расстроенной. И убежала в спешке. Но, надеюсь, после сегодняшнего она никогда уже не будет грустить. Так ты думаешь, все кончено? И что теперь будет делать нас? Ну, тут уже посложнее. Хорошо, что Тайлан разозлился. Нам это на руку. Но вот Хазим, он огорчился. Я ее знаю, она очень любит своего отца. Все прошло прекрасно, так что будем надеяться, что все будет хорошо. Да уж. Ну, как тут не радоваться?